Ну что, друзья, наш домик приобретает такое почти законченное такое очертание. И вот убрали бумагу с пола, вы видите, камин. Тут камин такой хитрый. Светлана сказала, что она поставила что-то такую щелкалку, которого включает-выключает на хлопок. Ну давайте хлопнем. Что-то не очень. О, таки да. Смотрите, надо правильно хлопнуть. Да, тут еще, конечно, должны убрать. Хорошо, должны убраться, но вот так. Вот вы видите, пристроили вот эту штуку со шкафчиком. Дверь заменили на такую человеческую, интеллигентную. Места много, окна, светло. Хорошо, знаете, вот совсем не то же самое, как когда стройка идет. Совсем не то. Здесь какое-то оборудование стояло, а сейчас видите, как стало симпатично. Здесь раньше была дверь железная, вот видите, мы все замуровали. Поставили вот лампочки красивые. Так, вот. Вот кухня у нас такая. Там еще стремяночка есть. Ну вот в основном заканчивается. Давайте я пойду налево. Так. И идем теперь смотреть, что у нас тут. Видите, у нас пол. Мы же пола не видели толком. Ну еще не помыт. Ну не важно. Друзья, вот у нас тут туалет. Там девочка из Индии, ее папа. Они приехали из Чикаго. Я им объяснял смысл renters insurance. Они, мы им говорим, ребята, вам придется купить renters insurance. Они не понимали, что это. Вот так люди живут, не знаю. Ну что, симпатично, правда? Такой душ вот тут. Все такое, в общем, миленькое, миленькое, новенькое. Да. Ну что же, смотри, как быстро все оформляется. Вот bedroom. Мы тоже с вами спаленку эту не видели с полом. Он тут грязный, в общем-то, с разводами белесыми, вы видите, да? Потому что такой фундаментальной уборки тут еще не произошло. Но вот все-таки уже есть лампочки, уже есть вот тут светильник красивый, симпатичный, не знаю, там зажечь. Не зажечь, но в общем он есть. Вот. Просторный шкаф, хороший, объемистый такой. Замечательно. Так. Давайте еще bedroom. Этот поменьше. Поменьше. Вот они хотят, три девочки хотят снять что-то возле Стэнфорда. Здесь очень близко. Не значит, что они снимут обязательно. Это так, просто они пришли посмотреть. Она с папой приехала, знаете, как это так трогательно. Большая девочка, закончила medical school, вот приехала сюда, что-то такое продвинутое, доучивается. Так, а пол такой тоже симпатичный, видите? Очень милый пол. Так, это туалет, это бывший туалет, то есть он тут был всегда. Мы просто ему вот этот уголок сконстролили, тут было что-то другое, вот мы его сделали. И думаю, что, нет, по-моему, больше ничего мы не трогали. Ну, вот, может быть, только вот эти вешалки повесили, и вот тут внизу обогреватель. Так больше ничего мы тут не делали. И отправляемся на ту сторону, вот вы видите, там тут мы проходим кухню и попадаем в третий bedroom. Вот он, третий bedroom. Такой миленький. Свет только вот такой верхний, вот, из потолка. И смотрит все это хозяйство, вы видите, вот сюда на улицу. Вот, наверное, и все. Мы можем, конечно, выйти на улицу, посмотреть, что на улице. Но в основном так вот. Вот так. Я могу дать ссылку на то видео, где мы смотрели на этот дом, когда только его покупали. Вот, чтобы вы могли сравнить. Ну, давайте еще раз я такой обход сделаю. Внешний.
Вот у нас тут как бы сбоку это бывший гараж, к нему пристроена вот такая пристроечка, там стиралка. Там есть вот этот гараж, который нынче one bedroom. Мы туда сейчас не заходим. А вот смотрим на дом отсюда. Вот такой навес. Вот дверь, которая давно не поднимается никак. Мусорник. Вот это очень важный элемент, вот то, что мы здесь видим. Это такая отползающая дверь железная. Там вот провели электрику, вы видите, сюда. Здесь будет стоять моторчик, чтобы ремонт-контролом открывать. То есть дверка будет открываться ремонт-контролом. Деревья красивые. Кустарнички подрастут, забора будет не видно. Вот. Мы сказали строителям, что, ребят, мы с 1 июня уже сдаем, поэтому как бы должно быть закончено. Ну, так, травка явно не подстригалась последних там несколько часов. Так, окей. Красиво, на самом деле, так, когда все оформляется. Там тоже травка будет, вон впереди, так она же так не останется. Так. Вот тут у нас всякие деревья полезные. Вот эта яблоня, она до сих пор еще цветет немножко. Но вот это вот яблоня. А вон там, боюсь соврать, какое-то тоже растение хорошее. То ли орех грецкий, то ли фейхоа. Ну вот не помню, честно, вы по листьям, может быть, скажете. А я не знаю. И вот вид отсюда, с улицы. Так, все. Миленько, миленько. И здесь тоже, вы видите, поскольку дом на углу стоит, то вот здесь тоже решеточка, ну, калитка, само собой. И вот эти ворота, которые отъезжают. Мы обычно отсюда заезжаем, если есть необходимость. Хотя Света считает, что вот первые ворота должны быть главными, так ей кажется. Ну, не знаю, раньше вот отсюда был главный вход. Здесь таки стоит моторчик для ремоут-контрола. И вот раньше вот считалось, что вот отсюда вся жизнь. Но Света считает, что правильнее вот там, где калитка, в смысле, вторая калитка и навес. И надо сказать, что вот с этой стороны, вот вы видите, там Светина машина через решеточку. С той стороны действительно обычно никто не паркуется вот так. Там можно подъехать, встать, если гости там или что-то. И вот Света считает, что вот это должно быть главным входом в дом. Вот пришел человек, вот и сюда пришел, вот так. А через ту дверь он попадает сразу на кухню. Поэтому как-то вот вроде бы не камильфо. Ну, в общем, друзья, мы так... Если еще не завершили на 100%, потому что должна еще прийти там инспекция, все это принять, должны подписать все бумажки, но в общем так, более-менее закончено.